Доброе утро. Сегодня последний день. Крайний. Ну хорошо, крайний. Я еду на работе, на работу простым человеком. А с завтрашнего дня я уже буду, получу новый статус пенсионера. Мне так радостно. И я вообще довольна этим событием, потому что 2 года назад, когда нам увеличили пенсионный возраст, для меня это лично была трагедия. Рухнули все мои планы, и, ну, в общем, все поменялось в моей жизни. Ну что ж, 2 года я отработала добавленных, и вот сегодня проделываю путь на работу, который, мне кажется, уже больше мне не надо будет ездить по этому пути. Ну, посмотрим еще, да? Ну что ж, проживем этот день вместе со мной. Вот моя Калинка. Страшно подумать, я отработала на ней 38 лет. Вот идем на работу. Вот такое здание большое. Когда поехали открывать, летели к сыну первый раз, открывали визу. Консул спрашивает, где вы работаете, как вы... Я не снимаю тебя, ты же мне запретил. Как вы работаете, где вы работаете? Когда мы сказали, что я работаю 38 лет на одном предприятии, это явилось, наверное, для нее самой главной точкой в разрешении нашего вопроса. Вот сейчас подойдем на проходную. Вот. И зайдем. Это вот тут. Люди уже приехали на работу. Пойдем. Магазин наш. Фирменный. Один из магазинов. Это маленький магазин, а еще есть большой магазин. Вот этот кот каждое утро встречает нас и клянчит что-нибудь. Ну, конечно, не 30 лет. Так. Это вот, а, я же говорила, это вот центральный вход, вот, и сейчас зайдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, вызываем лифт и едем. Проделываю дальше путь, который проделывала из года в год. Захожу, ну, уже кое-кто приступил к работе. Так и хочется спеть мой последний день на Титанике. Все, спят. Еще, ну ничего. Здравствуйте. Вот. Все еще спят. Подошла на свое рабочее место. Сейчас включу свет, компьютеры. И начнется мой рабочий день.
Алло, будете делать? День. Сегодня договорилась с девочкой встретиться. Она немножко запаздывает, написала мне смс-ку. Я вот сижу, жду возле подъезда. Сегодня день был как обычный, как день. Ходила, решала некоторые вопросы, написала заявление на продажу акций, потому что дивиденды по них копеечные, а что дальше будет, непонятно. Вот. Сходила, подписала, нас переводят всех, если мы собираемся работать пенсионеров, на контрактную систему. Контракт продлевают сразу на год. Ну, подписала, а там посмотрю, буду работать, не буду работать. Ну, и так, как бы он мне ничем не отличался от обычных. Если такое было у меня настроение утром, что прям хотелось петь и плясать, то к концу дня только усталость, накопившаяся за день. Так что всем спасибо, кто прожил со мной этот день. Всем добра. Пускай следующий день будет лучше. Пусть все будут здоровы. Счастливы. До новых встреч. Пока.